Всем добрый день! Расскажу сегодня о ошейнике от Блох. Значит, акция сейчас шиншилки проходит. У них два ошейника Бифар компании по цене 120 гривен. Что бы вы ни думали, что я вас обманываю, вот, пожалуйста, чек. Вот 120 гривен. Акция 1 плюс 1, 65 сантиметров. Повторяю еще раз, я в прошлом видео уже говорила, что за каждый отзыв, оставленный на сайте Шиншилка, вы получаете 30 гривен. Вот у меня общая сумма была 1000, я оставила отзыв 970. Теперь, собственно говоря, ошейник. Я его уже, к сожалению, не покажу вам новым, потому что я его распечатала и одела на своих собак. Ну, собственно, мне нравится. Во-первых, третьи сутки Блох уже не видно, хотя до этого было очень даже много. Ну, не знаю, что сказать. Вот такой вот действующий препарат. У меня их две штуки. Собак у меня две. Вторая на улице бегает сейчас во дворе. Я покажу. А вот это вот клуша моя. Покажись. Улыбнись. Ой, боже мой. Ну, хвостиком смотрите, как машет. Ну, помочи нам хвостик. Ну, Боря. Не хочет. Не в настроении. Так, вот наш ошейник. Вот мы его надели на мою овчарку. Не получается никаких остатков, это ровно 65 сантиметров, я его не обрезала, вот такой кончик остался. Ну и собачка у меня не маленькая, вот на нее ровненько и получилось. Без всяких. Надели мы, не нервничаем. Запах у него присутствует обычный, не сильно. В нос бьет такой как раз, никому не мешает, то есть все нам в этом ошейнике нравится. Особенно нравится, что он такой яркий и красивый. Да, Барбариска? Вот, собственно говоря, все. Всем спасибо за просмотр.